дома и встретили вот такого замечательного песика, который не хочет пока общаться. Вот, здесь рядом речка шумит. Вот. Сейчас у нас зима. Вот. Асфальт, дорога прямо до дома. И это у нас получается правая половина дома. Левую, видите, уже облагородили, сделали. Даже по крыше видно. Вот. Поэтому правая часть продается. Правая часть продается. Два этажа, получается, четыре комнаты и чердак. Вот. И сейчас мы пойдем его осматривать. Давайте посмотрим сразу. То есть вот это. Вот первый, второй этаж. Отдельные входы есть. Вот эта территория. Вот это получается. Виноградик растет. Здесь можно что-то садить. Вот. И получается вот тот верхний этаж, он тоже подходит. Это склад. Итак, сейчас пойдем внутрь. Труба новая, вон, видишь, сливная. Это единственное, что новое в этом доме. Так. Прошу не пугаться, нужно здесь просто приложить руку. То есть человек здесь не живет, поэтому нужно приложить руку. Потолки вот на первом этаже тут, наверное, 2,20. Где-то так, или даже 2. Деревянные перекрытия. Здесь все это убрать, поставить столик, будет хорошо. Да, так, здесь как по-болгарски называется изба. То есть здесь мы заходим, на самом деле мы все в этом же доме. И тут получается у нас еще одна комната. Потолки примерно такие же. Здесь туалет сделан. Сделано все из кирпича, из хорошего глиняного старого. Потолки у нас вот такие сделаны. Состояние хорошее, просто нужно приложить руку. Вот. Так, здесь все вот это тоже из камня, видите, сделано. Да, кстати, еще гараж. Есть гараж. Сейчас мы как раз его увидим. Это вот, скажем, складское помещение. Вот там это у нас стоит гараж. Здесь такая терраса зимняя. Тоже нужно отделать ее. Вот это окошечко. И заходим. Второй этаж. Получается, здесь вот такая летняя кухня, ее можно назвать. Или просто терраса, где можно сесть, отдыхать летом. Я думаю, здесь очень хорошо. И второй этаж. Вот тут собственник уже начал делать небольшой ремонт. Все достаточно хорошо. Красиво, деревянные полы. Все заштукатурено. Также здесь есть под камин. Вид у нас получается вот такой. Здесь будет. Дорога это не проездная, но тем не менее. Рядом речка. Вот машинный гараж. Вот мы опять же видим гараж. Здесь общая площадь дома 100 квадратных метров, двух этажей. Площадь участка сейчас уточним и цену напишу в комментарии, в первом комментарии. Вот это вторая комнатка. Здесь потолки уже нормальные, наверное, 2,60-2,70. Тоже есть под камин. Здесь нужно ставить какую-нибудь печку пилетную на весь дом, и все, и будет тепленько. Дом каменный, дом кирпичный. С этой стороны у нас, конечно, вида уже особого никого нет. На какой-то соседский дом полуразвалившийся. Но вот эта территория относится к дому. Вот, собственно, такой дом. Вот такие стоят картины старые. О, мячик для гольфа. Прикольно. Вот, поэтому...